Пожалуйста, дайте мне шанс. «Ночь нежна» – первое обращение Малого театра к творчеству Скотта Фицджеральда. Во многом к этому выбору материала подтолкнуло именно новое сценическое пространство. Здесь захотелось говорить и ставить про любовь. Захотелось найти произведение, которое могло бы, как бы сказать, приблизить человеческие отношения, то здесь все рядом. И поговорить о том, что вообще между нами происходит, и найти произведение, которое будет адекватно вот этой сцене, замечательной, в которой мы просто все влюбились. В сценической версии по мотивам романа «Ночь нежна» главной становится линия отношений главного героя, врача-психиатра Дика Дайвера и его пациентки Николь Уоррен. В какой-то момент бывший доктор сам оказывается на месте душевнобольного. Один из самых сложных моментов, который пришлось решить в процессе репетиции, это существование сразу в двух состояниях. Потому что мой герой, он существует в двух как бы временах. Во временах воспоминаний того, что с ним происходит, и в действительности, когда он общается со своим психоаналитиком. И все это происходит в один момент, да, действительно достаточно как бы такая нетривиальная была задача. Постановка на камерной сцене во многом напомнила студийную работу. Полная свобода действий и совместный поиск. Близкое расстояние между артистами и зрителями настраивает на особый лад. Это все такой бесконечный творческий процесс на этой новой сцене. Это очень интересно, потому что все видно, все близко. И поиск, он до сих пор идет, и этот путь не закончится. Кроме спектаклей, на камерной сцене планируют проводить творческие встречи с артистами Малого театра. Маленькое пространство, где все на расстоянии вытянутой руки, располагает к разговорам по душам. Валерия Кудрявцева, Виктор Лашкул, «Новости культуры».